Спонсором сегодняшнего видео выступает сайт по продаже дешевых робоксов rbx3.com. По курсу 1 рубль 2,9 робокса. Благодаря режиму локпас вы можете купить робоксы дешевле, чем где-либо. А для тех, кто будет брать больше 1000 робоксов, цена будет еще вкуснее. По курсу за 1000 робоксов вы всего лишь отдадите 345 рублей. Все, что тебе нужно будет сделать, это дать данные от своего аккаунта, и в течение 6 часов тебе зачислится вся купленная тобой сумма робоксов. Также очень важно покупать именно на rbx3.com, ибо множество мошенников сделали поддельные сайты. Следите, чтобы вы покупали на оригинальном сайте и вас не смогли обмануть. Если хотите купить робоксы по самым выгодным ценам и не попасть на мошенников, переходите именно по моей ссылочке в закрепленном комментарии. И всем привет, я с тобой Клантайка. Если что, мы играем в Roblox игрушку под названием Adopt Me. И, в общем, сегодняшний ролик будет посвящен, наверное, спекулятивной такой теме. Дело в том, что в этой игре всегда можно было заработать и до сих пор можно зарабатывать. Но многие люди не хотят выбивать какие-то... Вон Даша что-то скачет. Какая-то Даша. Дом Даша. Ладно. В общем, некоторые люди не хотят выбивать леги. И, в принципе, до этого я только покупал леги. Но сейчас все выдумал и придумал. И расскажу тебе, как ты, причем будущий, то есть новичок, вообще не зная в игре, ничего, он сможет заработать некое количество робоксов. Не так много, но все-таки сможет. Смотри, а что это за яйцо? А, это подарки, да? Это елочные игрушки. Они просто ночью, оказывается, светятся. Так, на катках покатались. И теперь рассказываю, что... в общем, пообещали наши разработчики Adopt Me выпустить новое яйцо. Но, даже, кстати, и новое яйцо тоже к нему будет относиться. В общем... яйца можно продавать лично мне. Первое, можно продавать вот такие Fossick Egg, вот таких вот, опа. Они стоят 750 вот этих баксов. Можно купить и продать вот такого Fossick Egg за 1 робукс. То есть ты, например, мне берешь, пишешь Клантайке продажному, ссылочка внизу будет в описании, можно продам тебе, например, 10 Fossick Egg'ов. И мне продаешь 10 Fossick Egg'ов, я тебе перевожу робоксы, все, в принципе, без проблем. Но ты можешь еще заработать даже больше. С каждого яйца ты можешь получить 2 робокса. Каким образом? То есть тебе нужно за него поиграть. То есть его почти прокачать. То есть не надо прокачивать прям вот мега-мега-мега. А оставлять одну полосочку. То есть, сейчас вот смотри. Мы сейчас пойдем вот в школу. Отведу я это яйцо в школу. Оно поучится немножко. И вот ты увидишь, сколько там раз надо. Там, по-моему, 4 надо раза пройти. Или 5 раз пройти. И, в общем, тогда ты сможешь его продать за 2 робокса. Это для тех, кто не хочет сидеть и фармить эти монетки. Это для них не очень интересно. Итак, школа. Мы как раз параллельно будем и фармить монетки, и плюс еще некоторых Fossick Egg'ов ты сможешь продать мне дороже. Но не только Fossick Egg'ов. Всех ивентовых... все ивентовые яйца. Королевские яйца я, в принципе, можно не предлагать. И там говорить, что а можно дороже королевское яйцо. Оно, если что, стоит 1350 или 1250. Ну, мне не интересно. Мне интересно всегда ивентовые. Плюс еще у меня, конечно же, только спекулятивная тема. То, что я их сейчас куплю как можно больше. Потом буду открывать, скорее всего, на видосах. Во-вторых, вы можете, кстати, их подписать. Как-нибудь было бы тоже это, конечно, круто. Именно своими никами. Было бы просто интересно, от кого мне какие попадутся. Вот. Плюс заработать, попасть, грубо говоря, в ролик. Но только благодаря только яйцам своим. Вот. И третий еще вопрос. Это... да, много надо, смотри, раз, наверное, штучек, наверное, 6, наверное. Ну там, не знаю, мне кажется, 10, да? А ты 1/10, хотя я не уверен. Может быть, 1/10, то есть 9 раз. Но вы когда вот так вот качаете, вы еще плюс качаетесь, ну, качаете себе монетки и покупаете. То есть у вас все равно, например, там, купили 5, купили 10, а из них вы прокачали уже штучки 3. То есть 3 вы штучки получите за них по 2 робокса, а так вы получите по 1 робоксу. Вот, и еще третий вариант, это, конечно же, если будут выбиваться леги, будут у нас, конечно же, раздачи по этой игре. Ну, не как таковые раздачи, то есть раздачи на стримах. Это было бы интересно, и как раз ты уже, наверное, видел, как раздача у нас происходит. Кто-то на меня залез. Красотка Влада. Красотка Влада. А, Влада, девочка, да, так, я не знаю, как Влада именно,
Такой прям. Так, ладно, непонятно. У них, кстати, школа. Так, яйцо, жажда. Так, вот она пить хочет. Давайте попробуем поить и больше разобраться, сколько штучек все-таки нужно этих... Сколько этих штучек-то нужно? Вот. И также может новичок купить, потому что в самом начале тебе выдается... Сейчас я покажу. Тебе выдается... оно у меня где-то есть. Вот такое, по-моему, яйцо. Вот такое обычное яйцо. И ты с ним можешь первый как раз заработать именно монетки. Плюс еще, точнее, доллары. Плюс еще вот эти доллары легко зарабатывать, если ты в семье. Ну, то есть, много роликов, я думаю, в Ютубе вы найдете. То есть, даже от... ну, от всех. Я думаю, все уже выпускали ролики, как заработать вот эти вот баксы. Почему именно я, опять же, это делаю? Мне просто влом. Их, как бы, тратить денежки свои, да, вот денежки на как раз яйца. Не знаю почему, мне просто влом, честное слово. Вот, потому что есть такие какие-то ивенты, например, они прям чисто можно покупать сразу за деньги. Например, коробки с крысами были, например, и ты сразу их можешь открывать. Вот это мне больше нравится, вот на это деньги тратить, чем, например, на яйца. Было бы интереснее. Вот, поэтому, конечно, просьба лучше к вам обратиться, ну и плюс еще вы как раз заработаете. Это, для, опять же, для тех ребят, которые, ну, не везет им с легом. То есть они открывают по 20, по 30, вот, я помню, Соня Доля рассказывала, она выбила, ну, открыла, по-моему, 80 яиц, из них выпало, я не помню, то 4 или 5 лег, это очень мало. То есть она, конечно, на этом заработала, но для тех, кому там не хватает 10, там, 20 робоксов, или хотя бы попробовать, а вдруг я не заплачу, или там вдруг и все, можно было бы попробовать как раз вот с передачей мне вот этих яиц. И плюс еще мне, конечно же, приятно, будет пооткрывать потом, будет интересно, я говорю, от людей сколько и чего. И... Я уже заметил, что это на самом деле достаточно хорошо, потому что мне, например, предлагают, слушай, а ты можешь взять у меня какого-то пета там за 5 робуксов, ну, хорошую пета, например, там, я забыл, как они называются-то, у них рарность такая интересная, забываю, не легендарки, а вот эти... Вот, ультраредки, да, ультрарарки. И мне предлагают ультрарарку крутую, там, возьмешь за 5 робоксов? Я говорю, да нет, не надо, лучше давай мне 5 яиц за 5 робоксов. Ну, мне говорят, давай. К примеру. Или, например, там, слушай, давай еще плюс 20 робоксов, я тебе закину там, например, там 10 вот таких вот фосилогов. Я говорю, нет, давай 10 робоксов, 10 яиц. Они не соглашаются. В принципе, уже я это понял. То есть, ой, смотри. Так, мы тут были. Дракон все летает. Его все-таки не приручили, да? Я насмотрелся этих кроликов. Думал, все-таки его приручать можно. Так что мы не смогли приручить дракона. Вроде как это все сказки. Сказки, фантастика. Но, вроде, я говорю, разработчики пообещали нам новое яйцо. И, скорее всего, новое яйцо будет. Либо оно будет за свою валюту, как в прошлом году. Ну, уже бы было бы, я думаю. Потому что, как бы, осталось совсем мало до Рождества. На момент записи ролика еще осталось... А какое сегодня число? А, сегодня 10-е. 14 дней. 2 недели осталось. Они уже как бы должны выпустить. И, возможно, у меня ролик выходит на следующий день. То есть, получается, 1 числа. И, возможно, уже выпустили. Я могу косануть. И я могу, то есть, за день раньше записать. И, в общем, так сделать. Но ролик не про обнову. Обнова, если выйдет, она по-любому будет. И будет, скорее всего, интересная. Вот. Поэтому... Поэтому вот такие вот дела. И да, кстати, если у вас остались какие-то старые яйца, потому что я знаю, такие есть спекулятивные такие люди, которые старые яйца оставляют, а потом их обменивают на какие-нибудь там 4 или там 5 яиц, ну, грубо говоря, старые там австралийские, обменивают там на Легу. То есть такие ребята мне тоже неинтересно, ребят, это лесом, это мимо. То есть мне это тоже неинтересно. Мне как можно дешевле получить и интереснее яйца, чтобы открыть и раздавать, ребят. Мне это просто для раздачи в основном. Ну, а также будет, конечно, и продажа, если что-то будет прям много, чересчур. Но я буду, я уже говорил, я буду делать паки, и до сих пор их не сделал. Уже конец недели, обещал на этой неделе. Ну, короче, все это будет, будет все это в будущем. Я думаю, тут понятный посыл этого был ролика, но, в принципе, все. С тобой был Клан Тайка, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Ну и всем, ребят, пока-пока.